Всем здравствуйте, с вами Надежда, это Карелия, 13 февраля. Сегодня я немножко хочу поговорить о тех растениях, которых я хочу посадить в этом году. Сегодня поговорим об однолетниках и почему я эти цветы хочу посадить именно в этом году. В интернете я случайно увидела сады Челси 23-го года, это всемирная практика. И вот из 10 золотых медалистов садов я увидела достаточно много садов в природном стиле. Даже где-то отсыл к дикой природе. Что интересно, газонов очень мало. Природные какие-то мощения. Все, в общем-то, в какой-то простоте, милоте. И как бы это очень откликнулось именно для меня. На самом деле, интересно, вот, ну, нет газонов. И очень мало я увидела хвойных. Я сама не люблю слово тренды, бренды, но вот еще раз говорю, что мне это очень понравилось. Это, скорее всего, как бы вот легло мне на душу. Еще раз говорю, это как будто отсыл вот каким-то бабушкиным палисадничкам таким, с простыми цветами. И интересно, что какие цветы заняли там тоже первые места. Это вот сальвия, помню, сальвия. Армерия и еще какой-то один. Тоже настолько это все простые цветы. Вот, и поэтому я решила какой-то кусочек своего сада сделать в таком как бы стиле. Сейчас я покажу немножко то, что я не хочу посадить, то, что уже посадила. Вот и здесь, вот смотрите, вот это на перстянке. Они у меня есть, но вот я решила как бы тоже посадить на перстяночки. Ну, такие довольно простые цветы. Я обычно не сажу однолетники, но в этом году буду садить. Обязательно душистый горошек, хотя вот у нас его что-то совсем мало. Астры, космеи, гератум. Обязательно посажу васильки, ромашки у меня есть. Календула. Ну, в общем, все цветы такие настолько простые. Ну, как раньше на самом деле. Очень хочется создать такой очень уютный уголок, душевный. На самом деле мир изменился. Изменились мы, изменились какие-то смыслы. И поэтому хочется, чтобы в нашем саду мы находили какое-то свое душевное спокойствие. Я не говорю, что надо там все переделывать, но это очень приятно, что немножко тенденции повернулись, да, именно к естественным каким-то садам, к естественным природным садам. Ладно, вот покажу, что посадила и что могу посоветовать. Так, девчата, вот давайте так. Вот такую вот. Так, давай, фокусируйся. Краспедию шаровидную, но краспедия там, наверное, две штучки. Вот с этой стороны да не видно. Две штучки всего взошло. Так, посадила вот такую вот астру. Трубадур, она не дешевая, но это вот с этой стороны. Тоже зашла нормально. Нормально, хочу сказать. Зато вот у нас цинерария, вот видите. Всех больше у нас зашло цинерария. Так, кстати, вот она у меня вообще до 25 года. Зашла замечательно. Вот такой вот остеосперм, девчата, я хочу вам
посоветовать. Вот такой. Так. Семена Алтая. Вот. Видите? Очень хорошо он взошел. Это остеосперма. Вот две тут штучки у меня есть. Вот, вот. И вот тут вот их достаточно много. А вот такую вот остеосперму у меня, наверное, из всего пакета взошло всего две штуки. Вот, как бы. Это особо не советую. Очень плохо почему-то в этом году сходит вербена бонарская. Ну, вот начала сходить, но очень долго она думала. Думала, но все-таки решила, что а давай-ка я взойду. Так, что еще? Что еще? Гелихризум вот такой сажала. Так, это от русского огорода. Так, вот. Вот такой беленький. Вот он так дружненько взошел. Это я сеяла 1 числа. Так, такими крутинками. Это у меня вот такая вот статица. Вот тоже взошла. Хорошо. Это я вам могу посоветовать. Вот так вот. Видите, девочки, как меняется мир. Это, да. Буду садить, попробую что-то сделать. Может, какой-то участочек в своем саду. Я люблю пионы, люблю хвойные. Но я говорю, вот это настолько душевные сады. Говорю, когда отдыхаешь. Именно отдыхаешь. Наверное, в простоте тоже очень много смыслов. Да? Вот не такой яркости. Ну и это должно присутствовать. Я говорю, что я не люблю слово тренды, не люблю. Здесь, мне кажется, каждый выбирает для себя, что ему угодно. Ведь у каждого, как сказать, душа просит своего. Вот, ну я буду делать. Да, интересно, да, вот сейчас хвойных практически, вот я очень мало увидела, зато такие кустарники высокие, небольшие такие, декоративные деревца, в общем, не газон, а какие-то лужайки, это очень милые, много горшков, да, какие горшечные тоже, всякие культуры. Когда садятся овощи, какие-то вот такие простенькие цветочки тоже очень так хорошо выглядят. Вот, наверное, пока все. Потом покажу, какие многолетники у меня уже зашли. Что я еще буду? Вот наперстянка, да, вот она простой цветочек. Но вот я говорю, она в тех же самых садах, да, вот она такую вертикаль создает. Люпины, сейчас много разных расцветок. Ну, все, я говорю, достаточно просто. Ладно, делитесь вы со мной, что вы будете сажать. Вот, кстати, петуни я видела совсем немного. Ну, я сама не особо люблю. Я куплю пару штучек, ну, все. Ладно, на этом, наверное, все. Пока-пока, до новых встреч. Вот те семена, которые я показала, я говорю, хорошо всходят, так что я могу тоже посоветовать. До новых встреч. С вами была Надежда.